Ну что, всем привет, поиграем в Норсгард. Рагнарёк смертельная, совершенно случайная. Тут лобби людей, ПФА на 8. Вот это мой самый вообще любимый формат. Рагнарёк смертельная, ПФА на 8. Потому что вот в таких обычно и получаются самые разнообразные партии. Правда, тут есть несколько деревяшек. То есть меня смущает, если они будут ливать. Если не будут ливать, то это будет интересно, когда все восьмером играют, бьются. Тем более, кстати, здесь чувак, который создал хост, собственно, на железе, он за ворона играет. То есть он, наверное, получше меня, тем более, что я за ворона впервые играю. Если вы видели все мои предыдущие партии, я ни разу за ворона не играл. Так что это абсолютно новый для меня клан. Не думаю, что получится хорошо, но я буду стараться. Ну, меня просто просят разнообразие какое-то в Норсгарде за разные кланы играть, поэтому я и стараюсь за разные. Вот в этот раз ворон решил выбрать, сыграть. Так что посмотрим, как пойдет. Так, ну я уже вижу, что у нас вроде как побережье есть для гаваней. Гавани за ворона, напоминаю, это у нас... Счастье, это у нас деньги, наука, в общем-то, все сразу, поэтому чем их... А, и даже сила войск, когда откроем улучшенное снаряжение, видите, за каждого морехода или торговца, ну, нам 10 на самом деле их надо, этого достаточно. Сейчас пооткрываем территорию, посмотрим, что у нас тут рядышком есть. Еще я люблю, когда... Ага, вот видите, это уже сразу можно забрать. Люблю, когда сразу вокруг центра 5 территорий. То есть можно открыть, и это сразу можно присоединять. Еще, вот видите, тут руинки у нас имеются. Кнопочка I включает эту инфу, либо вот здесь у мини-карты. Сразу сейчас, наверное, вот это открою территорию, начну исследовать руинки. Тут можно сразу дерево. Ага, вот тут есть у нас овечки, правда, два волка, но волки нам не помеха. Так, давайте, наверное, вот сюда территорию исследовать. Жалко, нету... Ну, в общем, в итоге у нас аж 4 территории, где можно гавани строить, вполне. Вполне меня устраивает. Жалко, нету кораблекрушения единственное. Вот кораблекрушение это лучший старт для ворона, чем руинки, но руинки тоже. Иногда бывает вообще ни того, ни другого. И овец нету. Совсем грустно. А наличие овец значит, что мы можем, например, немножко погодить со строительством зданий на еду и немножко поразвиваться. Ну, понятно, надо вот эту территорию, вот эту защищать. Я, наверное, вот сейчас построю военный лагерь и сразу... Два воина сделаю. Тут как раз по два волка. Вполне это все зачистить. Тем более, что деньги у нас сейчас будут. Сначала вот эту зачистим. Нам надо овечек этих забрать. Тогда я думаю, что там волки будут. Ну, да ладно. Забегаю подальше от соперников вместе, потому что в начале ваши юниты там 0 с чем-то десятых секунды не могут атаковать. Вот, вот это вот фигово, отсюда будут набегать периодически. Это не очень приятно. Блин, ну что ж так не повезло, что он набежал, блин, ранил. Так, сейчас надо быстрее забирать и одну овечку резать. Значит, видите, у нас уже идет. Ну, я бы хотел какие-нибудь другие, если тут есть, блин, там два драугра. Тоже не очень. Так, давайте сразу эту заберем. Я не могу двумя воинами 4 волка убить.
То есть отсюда они будут все равно набегать. Поэтому мне лучше... Мне лучше накопить на берсерк. Сейчас посмотрим, что здесь. И в зависимости от того, какие тут ребята, то я либо сюда убьюсь воинами, либо туда пойду. Ну и надо попытаться центр карты найти. Блин, и тут, слушайте, ну это хреново. На меня сейчас набегать будут периодически. Ладно, давайте сначала... Блин, я аж тремя логовыми окружен, понимаете? Это очень неудачный старт, честно говоря. Два из которых логово волка. Так, ну мне, во-первых, деньги нужны сейчас. Надо еще один дом построить. У меня будет сейчас очень часто отсюда и отсюда волки набегать. И как бы ставить башни пока нету смысла. Я, наверное, сейчас этих скаутов... Ну, не могу я сейчас центр искать. Давайте посмотрим, есть где-то вероятность, что где-то тут может быть... Кстати, вот это может быть центр. Хотя очень странно, если он там. Нет, наверное, нет все-таки. Не, давайте я верну. Сейчас я вот эту территорию открою, чтобы просто видеть, что здесь. Ну, итак, со мной, у меня соседи оранжевый медведь и черный... черный бык. Я, пожалуй, возвращаю скаутов. Так, давайте сначала... Не, давайте, наверное, уже железо добывать. Мне надо 5 штук уже добыть побыстрее. Чтобы у меня берсерк был. Мне надо очень срочно вот эту и вот эту зачистить. Потом следующий я дом построю. Ну вот, видите, уже начинают прибегать. И мне, кстати, вот этого может не хватить. Так, мне надо еще и лесоруба взять. Стой, стой, стой. Ну давай, давай. Yeah. Так, этого я просто убью. Вот об этого волка. Этого возвращаем добывать лес. Да, минус 5. К сожалению, у меня пока есть одна овечка. Даже не смог убить волка. Так, дом строим. Здесь давайте... Я 5 железа добуду и обратно этих ребят отправлю в добывание еды. Так, давайте, может, мы одного в науку, потому что мне надо быстрее переговор... А, стоп, переговоры я открыл. Нет, тогда ладно, пускай еду добывает. Смотри, у меня плюс 750 денег, чтобы купить берсерка. Так, следующее я добычу дерева построю. Все, 5 имеется. Мне надо просто сейчас быстрее. Так, вот теперь с берсерком я, слава богу, от этих волков буду спокойно отбиваться без башен. Просто башни это слишком такое большое. И следующим летом я уже буду волков зачищать. Я пока стою тут. Если буду отсюда добегать, буду сюда просто перебегать берсерком. Минус 1, да?
Ну, в принципе, терпимо. Но у меня медленный старт сейчас из-за вот этих, собственно, лагерей. Зато, когда я это зачищу и заберу, это будет это 30 славы, это 30 славы, 60, и здесь 50, просто 110. То есть это я уже точно ярлом, таном стану. А деньги сейчас копим на то, чтобы это все-таки забирать. Давайте, наверное, лесорубов поставим. Мне должно, по идее, хватить еды. Потом накопим дерево двое, два оленевода. Сначала здесь поставим, потому что сюда не будут волки набегать. По идее, в начале это вот эту я должен зачистить вообще одним берсерком. Но мне понадобятся лекари. Мне лекари понадобятся. Лекари, наверное... Тут сделаю. У меня, видите, у меня нету еще клетки с деревом нормальной. Ну, вот это и вот эта клетка точно мои, я должен их забирать. И это у меня будет 8 клеток. А вот дальше я... Видимо... О, видите, уже оранжевый тут защищает. Столкнусь с оранжевым и с черным. Что не очень приятно. Там напал. Ну, нормально. Оранжевый... О, для оранжевого, кстати, эта клетка нужна, потому что это болот. Там клан медведя счастье получает с клеток болот, поэтому он ее так... пытается забрать. 110. Ну, примерно так же, как и у меня у него тут. Развитие. Да, мне хватит еды до лета. Я еще эту пока нормально. Хотя, конечно, с наукой я немножко отставать сейчас буду. Так, лето начинается с убийства волков. Да ладно. Тут у нас эльф. О, жопа какая. Я забираю эту территорию и перекрываю эльфам путь. И они будут на меня нападать постоянно. Это очень плохо. Ну вот сейчас побежал. Мне надо срочно забирать территорию и сразу ставить тут башню. Потому что тут эльфы будут отсюда. Видели, сейчас темный эльф бежал, они сейчас будут периодически тут бегать. И следующее лекаря надо ставить. Блин, ну что ж так. Да, сейчас мне, наверное, видимо, надо вот этими лесорубами отбиться от волка. К сожалению. У меня полностью раненый берсерк. Так, лечим берсерка. Надо вот эту территорию зачистить. Тут у меня еще и камень мой, понимаете, второй. О. Ну, недалеко вулкан был, но я не мог его искать.
честно говоря. Так, все, уже берсерка можно тут вставить. Но я не думаю, что раньше мне прям будет мешать с этой территории. Если он совсем, конечно, не отмороженный. Кстати, пожалуй, можно уже начинать ее забирать. Ставим тут башню и все, я как бы в принципе доволен своей ситуацией. Конечно, мне вот этих еще осталось зачистить, но это уже, знаете, во вторую очередь, скажем так. Пока поддержим воина, пока не поставлю тут башню, я опасаюсь, что оранжевый все-таки решит, типа, ну, он, правда, этим не может нападать. Но мало ли он приведет там берсерка или воинов каких-нибудь. Медведем он не может на чужую территорию становиться. Так, ладно. Пора дальше. Ставить гавани. Ладно. Все, воина можно. Я думаю, мне хватит, если что, моего берсерка. И берсерка надо сюда ставить, от эльфов постоянно отбиваться. Блин, конечно, вот это хотелось бы зачистить побыстрее. Но тут уже надо ждать, когда они втроем на меня нападут. Тогда отбивать эту территорию. Так, отличненько. Следующее мы будем склады ставить, пожалуй. Еще до середины второго года стал таном, ну, в принципе, нормально. В принципе, нормально. Так, давайте-ка мы побыстрее попробуем открыть плотничье дело, чтобы уже улучшиться. Видите, у меня уже 10 камня за счет того, что я два лагеря волков. О, блин, три этих тут. Ну, ничего себе. Надо будет туда подбежать к моменту их появления. Кстати, это неплохо так вот запереть эльфов. Вы можете очень быстро боевой опыт прокачать за убийство эльфов. С ними, конечно, на смертельном тяжело будет, но справиться можно. Так, давайте-ка мы, наверное, уже начнем исследовать побережье. И надо начинать. Нет, давайте сначала склады поставим. Плюс я могу еще одну, даже еще две гавани, если что. Просто надо бы уже камень начинать добывать. Следующий поселянин мне минус 2 сделает, по счастью. Поэтому нужны гавани, пожалуй. Блин, вот я уверен, сейчас побегу берсерком, и сразу побегут там у меня эльфы и поломают мне башню. Но мне надо тут разбираться, к сожалению, блин. Ладно.
успею две гавани поставить. И одну надо будет апнуть, и это, собственно, плюс будет. Еды мне достаточно, чтобы зиму пережить. Сейчас будет лечить у меня берсерка лекари, поэтому я не буду получать еду с них. Но это ничего. Ну давайте, появляйтесь. Пир не хочу пока устраивать. Так, немножко побегаем. Вокруг камушка. Все, можно идти лечиться. Я думаю, уже башня его добьет. Нанес все-таки один удар. Так, пока лечусь, тут встану. Вот, видите, минус один пошел. Надо еще одну гавань ставить. И... Опа-опа-опа. Вот и... Ну, чуть попозже, это чуть попроще. Да, можно уже бить. Нормально, живем. Так, склад. Теперь следующее строим. Несчастье сейчас уйдет, я поставлю гавань. Сразу после гавани пускай склад строит. Ну и теперь надо камень добывать. Кстати, пока можно отправить... Пускай выберет все железо. Я думаю, мне хватит еды. Вот, фиолетовый с ником Счастье у нас тоже за ворона играет. У нас в соседях, видите, оранжевый между нами. Ну вот мне вот этот осталось зачистить, уже 6 штук. Я думаю, они скоро побегут на меня. Втроем, а потом оставшихся можно будет зачистить так. Ну и одну гавань мне надо будет апнуть. Окончательно. Но пока, видите, я не добываю камень. Будет 50 дерева построю. А вот. Пошли, ребятки. Да, блин, я промазал, что ли? Нет, нет, нет! Блядь, ну что за... Я ненавижу здесь управление в этой дебильной игре. Ну как я могу, не могу выбрать нормально человека в этой толпе? Ну это жопа, короче, опять очередная. Блин. Так все зашибись было, нет. Мне надо сейчас зачищать будет. Еды нету ни хрена теперь. Ой, говнина какая тупая.
Так, два драугра, два этих. Мне не хватит силы. Минус 150 денег, считайте, на ровном месте. Ну давай, пускай вам хватит. Да ладно, еще побежал нападать, ну. Просто охренеть. Блин, на ровном месте просто проблемы. Я знал же, что прибегут. И это опять же из управления дебильного, дебильнейшего. Просто трындец. Так, ну вот тут можно башню будет пока не ставить. Там, конечно, может черный вот это зачистить и набежать. Не знаю, кто там. Кстати, а если там эти... Между прочим, если там гоблины, то... Ладно, я этих в поселян отправлюсь. Если там гоблины, то надо башню ставить. Конечно же. Минус 150 денег. Просто на ровном месте. Так, давайте добываем железо. Хм. Фиолетовый сказал, что я мирный и пошел вынес синего, я так понимаю. Прикольно. Так, пошли, наверное, добывать камень. Ой, мореходы еще прибывают падшие. Нам надо еще одну буквально улучшить гавань. Я предела, по счастью, достигну. Пофигу. Крепкий доспех. Ну, короче, фиолетовый с синим там воюют. Это хорошо, всегда радостно, когда твои соперники какие-нибудь между собой воюют, пока ты развиваешься. Так. Когда тут железо закончится, одна штука. АПМ. Сейчас я переброшу сразу туда добывать камень, наверное. Так, ставим здесь добычу камня. А здесь сразу кузню надо улучшить. На самом деле, я бы хотел вот это, конечно, захватить и вот этот камень добыть для ворона. По максимуму все прокачать очень, очень круто. Так.
Так, сначала мореходов, потом охотников, потом, наверное, знахарей и лесорубов. Вот так. Поулучшаем. Да, нужно больше домов. Оп, сейчас это, эти приедут, точнее. Так, куда они могут? Сюда, сюда и сюда. А вот куда они реально нападут? Туда. Возвращаемся. Сначала оленеводов вылечим. Так, друзья, этот где у нас? А, вот тут. Где у нас еще дерево, типа, добывается? Смотрите, я уже скоро ярлом стану. А остальной народ отстает. То это, кстати, благодаря вот этим трем лагерям. Так, а давайте я, наверное, улучшу... Или не улучшать? Не, давайте улучшу дом, пускай. И проведу уже пир... И стану ярлом. Пусть все боятся на меня нападать, думают, что у меня очень много денег, и я могу на них рейды отправлять. Оранжевый, к сожалению, защищает эту область. Явно он ее хочет взять. Но я думаю, что мне надо с ним повоевать за нее. Все, синего вынесли. Кстати, мне бы башни построить, там у фиолетового уже. Ну, ведь пока не может забрать, у него явно еды нету.
Денежки копит оранжевый. Очень мне это не нравится. Так, стоп. Этим надо достроить. Ну, вот забрал, видите. А у меня не так много денег, чтобы защищать эту территорию. Ну, давайте повоюем, видимо. Я ему больше, кстати, урон наношу. У него 13, а у меня тоже 13. Надо башни ставить. Ух ты, несчастье пошло. Так, мне надо какую-нибудь из гавани апнуть. Ну, точнее, вот эту мне надо апнуть. У меня дерево, правда, мне надо, кстати... Добычу дерева апнуть. Ну, мне надо, наверное, хотя бы два... Ладно, давайте двоих на атаку. Мне надо отбить эту территорию. Что сделать, тоже армия прибежит. А он медведей сделал. Я думаю, все слышали этот рык. Нет, он успевает прибежать, блин. Значит, надо больше армии делать, что поделать, блин. Не хочу даже с ним драться. Или отправить к нему рейд. О, на черного. Синий стал отправлять. Так, во-первых, я хочу апнуть лесоруба. Во-вторых, 7, 6. Так, нет, тут все, пожалуй, нормально. Давайте рейд. Защищать, видимо, центр, нет? Решил защитить все-таки. Это верное решение. Серьезно, чувак, ты берсерка потеряешь. Ну, я...
Ну, блин, ну в его случае он странно это сделал. Все, не успела. У меня сразу, смотрите, это есть. Отлично. Ну, для добычи камня. Я ее починю. Поставлю башню сразу. Так, и мне надо на моем побережье тоже башни поставить. Потому что тот ворон уже рейды пускает. Блин, мне вообще надо сначала домик. Потому что у меня счастье появилось благодаря странникам. Кто там, кто там? А, нормально. Так, ну, оранжевый вроде не сильно, не очень сильный игрок, похоже. Этих эльфов вообще-то открыть. Так, в общем, я себе с камнем могу ни в чем не отказывать. Блин, я не достроил. Ну как так-то? Ну... Блин, ладно, сейчас появится поселянин, отправлю его там достраивать. Это, конечно, бред. Так, что я хочу улучшить на данный момент? Наверное, лагерь разведчиков. Этим вот эту башню построю. Ну это чтобы от того ворона быть защищенным. О, мало еды. Ну, еды у меня дофига. Пойду еще тут добуду железо. О, вот и эльфы побежали. Три штуки. Ну, я думаю, башню они не успеют добить. Боже, какие лаги у меня. Давайте-ка починим башню сначала. Три из трех башни стоит, три из четырех.
Я здесь, наверное, этот поставлю. Релик. Хотя, конечно, не очень удачно. Не, наверное, релик здесь я поставлю. Тогда давайте тут. Так, сделаем. Что-то дерева маловато, кстати. Томительные эти ребята. Стратегию обороны. О, мне бы еще один домик. Не, я лучше апну. Так. И можно, кстати, оставшихся скаутов поисследуем окрестности. Когда они уже эльфов у меня откроют, мои эти рейды? Я боюсь, что у меня может дерева не хватить сейчас. Кто-то по черному синий почему-то отправляет рейды прям. Фиолетовый в смысле. Ну, второй ворон. Хотя сам находится далековато. Или может там черный на красного нападает, поэтому он не хочет ему дать, чтобы красного убили. Не знаю. Ну, оранжевый типа нападает зимой, потому что он медведь. Но не такой же армии, блин. Что он делает? Хотя не, хватит, я думаю. Так, куда поплыли? Все к черному плывет, очень хорошо. Ага, тут все-таки эти. Блин, тогда надо будет тут башню поставить. Теперь коричневому, что ли? Бля, я просто не увидел, сколько там у него армии. Поэтому испугался. О, слушайте, тут даже этой нету. Башни, чё я туплю тогда? Ну, а просто ему погадить. У меня сила слабее, чем у него на данный момент. Ну, то, что он ко мне заходит, это смешно. Точнее, как он заходит, какой силой. Просто смешно. Ну, я дождусь улучшенного снаряжения, улучшу своих ребят. Так, давайте, наверное, релик поделаем немножко. И, наверное, мне домик надо еще один построить. Давайте просто напрягать чувака всячески, периодически. Вот такими
рейдами. Куда он побежал? Чисто двух жителей убить. Почему нет? Давайте тут на всякий случай башню поставлю. О, черный пошел этих. Хотя тут у него два медведя, это он долго будет делать. Все, по-моему, только одна осталась неисследованная территория. Вот эти эльфы. Все остальное побережье исследовано. Боже, тут еще и... Это тяжелое, тяжелое место для нападения. О, он решил башню построить, смотрите. Бежали чувака по болоту. Могу рейды, кстати, посылать, но не хочу. Я хочу сохранить денежку немножко. Хочешь еще одного потерять? Не, вот этого я, наверное, потеряю. Не-не-не, убегай, убегай, убегай. Ну, вот теперь можно рейд, кстати, отправить. Теперь рейд в тему. Видите, что черный сейчас на меня собирается напасть? Хотя нет. А, он может этих... Хотя смысл их убивать, тут еще вон сколько территории. Я не знаю, он сейчас не отобьется от моего рейда, по-моему. Ну, удачи. Ну, я просто я еще один рейд на него отправлю, если он внезапно убьет этих воинов, хотя я сомневаюсь. Еще одну. Ну, в общем, оранжевый просто не особо силен был. Это мне повезло в соседях. Ну, вот улучшенное снаряжение подъехало. Так, давайте я улучшу кузницу. Ускорю это все дело. Тут еще дома получше хочет. Улучшим. Улучшим. И следующее, кстати, улучшу разведчиков, чтобы быстрее открывалось все. Ну все, мне надо, в общем-то, только денежки накапливать сейчас и сидеть на попке ровно. Так, давайте мы лучше черного исследовать будем. Так, пока на науку. Пока на науку буду, а не на славу. Вот это, кстати, сейчас уже неприятненько. У меня пока нету армии. Хотя, с другой стороны, у меня сила у воеводы 21. Ну, за счет
Не, сейчас мы башню починим. За счет способности и улучшенное снаряжение. Так, сейчас релик ставим. Так, вот там черный уже. Блин. Мне бы, конечно, черного снести. Но у него прилично. Раз, два. Одна улучшена. То есть 4, 7, 10. Ну, вообще, можно попробовать. Следующим летом. У меня-то повыше, я еще сейчас апну, я думаю, несколько этих военных лагерей. У меня, конечно, больше фиолетовый беспокоит, чем черный. Но мне надо от этого соседа избавиться, это сильный сосед. Войны улучшены. Так, сейчас я улучшаю скаутов и, наверное, я разрушу. Разрушу кузню и поставлю здесь этот алтарь конунгов. Все. Опа, 300. А у меня там в минус идет. Давайте так и алтарь много. Так, все, скауты там сами теперь бегать будут. Они улучшены за счет железа, они бегают. Просто, конечно, какая там сила. Блин, мне на самом деле не хочется на черного нападать, имея в тылу фиолетового. Блин, ну там черный в лидерах. Но неприятно будет, если черный будет на меня нападать. Четыре еды. Серьезно, побежал все-таки? Вот он.
Согрел таки меня. Это он свою способность сделал эту. Так, ну я, пожалуй, легендарные герои возьму. Убегаем. Не-н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 е. Я вот, то, что я не нажал сюда дальше. Ладно, этого можно слить пока. Это я затупил немного. Сейчас. Там Торфина оставил? Нет. Возвращается. Сейчас надо сидеть, деньги копить. Так, ну и мне надо на кровавую луну нападать, наоборот, на черного. Сейчас на кровавой луне просто бонус 50% к атаке. То есть вот красный, например, тупит, что он не становится... Вот, он должен сюда на территорию... Либо на чужую, либо на территорию черного становиться. Блин, ну, вот эта способность быка, это трындец, конечно. То есть, он просто сбрасывает на себя всю атаку. Это просто трындец. Так, сколько у него тут этих?
О, это очень хорошо, что там. Сейчас придется сначала зачистить. Твою мать. Я выпустил джина из бутылки, точнее этих эльфов. О, там фиолетовый бежит. Ну, мне, конечно, надо с ним кооперироваться. Понятно, что вот это то, что черные... Вот это ужас, который делает черный, это ужас. Это просто ужас, летящий на... Так, давайте мой релик заберем обратно. У него 17 воины. У меня 5. А почему у меня меньше сила воинов, чем у фиолетового? Что-то я не пойму. Наверное, от Брагафула у него больше идет. Нет, это он, пускай. Что я тут беру? Шубы давайте. Надо подождать. Ты, счастье. Счастье и я вместе. Ну, в некотором смысле так и есть, потому что мы вороны. А я думаю, фиолетовому вообще не улыбается, если бы меня забрал черный. Сколько там у ворона? Раз гавань, два тоже. Три гавани полностью улучшенных. Ну да, у него должно быть тоже много денег. Кстати, я вот могу еще двоих тут, наверное, отправить. Так, и я сейчас к нему отправлю йотунов. Он, скорее всего, отобьется, потому что вот это... Хотя... Вот это, то, что способность, что 100%... Ну все, сейчас его фиолетовый добьет, к сожалению.
Блин, еще и лечится каким-то образом. Не знаю, вы видели это или нет. Теперь я могу просто сидеть, я думаю. Мне не хватает... Ну, слушайте, очень много... Блин, очень много территории надо на самом деле. Скорее всего, фиолетовой наукой победить, так что надо все-таки с фиолетовым повоевать. 6 территорий — это очень много денег. Но как бы... Хотя, с другой стороны... Давайте глянем. 5 территорий, да, остается. 4. То есть мне славы хватит оставшимися, если я оставшиеся территории возьму. Так. В районе 1500 надо. Так что сейчас надо пиры устраивать и побеждать славой, очевидно. Я даже, наверное, камень добывать не буду. Пиры я начну устраивать летом. Блин, у меня этого нету. Вот это жопство небольшое. А, ну по идее я должен так отбиться. Даже не на слава буду переключать, а на науки так и оставлю. Так, 16 этих. Мне сейчас последняя теха останется открыть. У меня только единственная проблема — захватить области до того, как появятся... големы. Пока 81% у него науки, у меня 80. Так, мне надо раз, два, за 4 месяца. За 4 месяца 4 области. Где-то 1500 денег. О, он пошел на меня нападать. Так, ну надо смотреть. В общем-то,
хватит ли мне... Ну, то есть у меня 4 области. Судя по всему... Так, где-то 400-800. Мне чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть. Вопрос, успею ли я взять область до того, как он захватит эту мою область. Но это только вопрос того, кто победил. Блин, неужто успею? Блин, нет, не успею. Давай, 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 давай. Ну, ну. Да, боже. Нифига себе. Буквально, то есть, это не знаю, ну полсекунды. Полсекунды просто. Да. Ну тут мне повезло, что фиолетовый не решил пилить меня вместе с черным. Хотя я не думаю, что они бы меня легко прям взяли. Я бы отбивался долго, но я бы, конечно, потратил на это кучу ресурсов. И повезло, что фиолетовый решил не забирать черного самому. Что, то есть я получил 150 славы, которых мне хватило как раз для победы. Давайте посмотрим статистику. Фиолетовый зачем-то кучу дерева накопил. Ну вот у него дофига золота, конечно, было. Я вот тут отставал постоянно по золоту. Вот в концовке. Ну, я не знаю, у него 2000, я не знаю, что он решил. Территорию, он почему-то решил наукой победить. Зачем-то. Захваченные зоны, население. Ну, тут мы ровненько шли. Вот это я так понимаю, об черного потерял. Вот здесь. Потом пришел фиолетовый, напал на черного. А еще красный, кстати, нападал на черного. Дружина. Ну, как раз у красного была. У меня, у красного, фиолетового. Ну, по преданиям, там фиолетовый шел, конечно, вперед. Да. Немного странноватая получилась партия. Честно говоря. Не знаю, тут мне просто такое ощущение, как будто фиолетовый реально за меня играл. То есть он в конце, конечно, напал. Не, ну то, что черного быка выносить надо было, это по любасу. То есть я даже больше склонялся его выносить, чем фиолетового там. Беспокоит, потому что он бы вынес меня, пошел на фиолетового. Либо он бы на фиолетового нападал там, ну... Тяжелая ситуация. В общем, такая игра. Спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.